Наше взаимодействие со Вселенной и беспокойство о нас, оно находится, что называется, в рамках статистической погрешности. Все исследования, которые были проведены, показывают, что мы с вами живем в мире, который четко подчиняется принципу вероятности. Немногие понимают этот принцип вероятности. То, что у любого события есть вероятность того, что оно или случится, или не случится. Правда состоит в том, что обычно срабатывает та возможность, где вероятность больше по сравнению с той, где вероятность меньше, особенно когда она неисчислимо мала. Вот. Но в целом мир подчиняется этой теории вероятности. Значит, и дальше хорошие и плохие события распределяются на людей, ну, по сути дела, случайным образом. Ну вот я заболел параличом в там, 23 года. Значит, обычно это заболевание 2 человека на миллион заболевших. Значит, ну, вероятность на миллион заболевших гриппом. 2 человека заболевают моим параличом Гиена-Барре. Ну, то есть, вот кто-то в городе Петербурге, значит, в 97-м году должен был заболеть этим заболеванием, потому что, условно говоря, эпидемия заразила миллион человек, и 2 должны были слечь с этим заболеванием.